помочь нам, хотят помочь. Да. Сегодня, я уже говорил у батюшки, очень хороший человек, с Александром Андрусенко. И он вчера мне скинул. И мы едем, говорит, летим самолетом где-то из-за Москвы. Принять крещение. 8 числа. Долетаем до Барнаула. А тут мы в аренду берем машину и на машине приезжаем тогда. Ну и что вам купить, привезти? Представляете, вопрос. Ну, если бы я его не знал, я бы сказал, что ничего нет. Я говорю, маленько можно купить. Корова тех. Кирпичей 50 хлеба. Хлеба черного, ржаного такого, если можно. Ну, если можно, то без размера можно вот такие вот овсяные пряники, простые пряники, чтобы на них не было битушек никаких. Несколько ящиков. Ну, немножко сахару, 200 грамм. Ковы. Неплохо бы, я говорю, если кто-то нашелся, помог нам средствами, чтобы купить для лагеря шиферу. Ну, а еще мне пруд охота сделать. Хорошо бы кто-то помог 2 бульдозера нанять. До цемента, до арматуры, чтобы сливы сделать. Совсем чуть-чуть. Это маленько. Я хлеба к 50 кирпичам уже сзади-то прислал. Вот. Этот человек может помочь. Я могу засвидетельствовать о его большой любви к нам. В прошлом году мы собрались ехать, а денег нет. Он узнал, незнакомый, мы с ним не встречались. Он 200 тысяч сразу перевел. Нынче готовится у нас поездка, поездки еще нет. Он опять 200 тысяч кинул. Понимаете, новые люди, про что я говорю. Сколько добрых людей у Бога. И они нам встречаются на пути и принимают участие в нашем деле. Спрашивают, чем вам помочь. А то уж Господь так просто. Сижу, ничего не делаю фактически-то. И вот он сюда приедет. Я его первый раз увижу. Так, Паша, идешь работать, просьба там во время работы не разговаривать. Сможешь выдержать? Тяжело, правда. Нет, ну прекрасно. А то там на бак и на баке у меня нарезаны березовые палочки. Возьмите на всякий случай с собой в рот. Все равно же будете пытаться разговаривать. Компот. Говоруны, возьмите с собой хоть по одной палочке. Чуть-чуть совсем. Чашку-то залежи. Ну, его, наверное, однако. Кусочек дайте. Да вот он кусочек. А то чашка грязная. Ты что это? Все время вот, видите, ты что-то. Я, допустим, встаешь. В интернете смотрю, показывают. Детский лагерь. Поели, поели. Покажите чашки, над головой поднимают. Откуда они это взяли? У вас. Этого нигде не было. Понимаете? Это очень здорово. В чашке ничего не остается. А когда много детей, ну тут у нас кого? Вот мы все здесь. А кто чашку не перевернул? 100 человек. 100. В 4 раза больше, чем нас здесь. Ясное дело, что за всеми не усмотришь. Но дежурный напротив каждого стола. Чашку показал, ясно, что доел. Дежурный я. Вы не смотрите, вам чашки, кружки показывают. Скорее зализывай, показывай. Что ты улыбка. Медленно так? Залезал, показал. Телефон! Да вы что? Плохо залезал, хорошо зализывай. Лучше. Хорошо, что кричите. Говори. Здравствуйте. Место чувствую, завис. Езжу. Это телефон Алтайского края, поселок Потеряевка, детский православный лагерь. Показывай чашку, скорее, неси. Так, чем можем быть полезны, чем можем быть? Говорите конкретно. Да, православный детский трудовой лагерь. Мы как раз обедаем здесь на холме, чтобы комаров не было, ветер отдувал. Так, а вы смотрите YouTube, на YouTube зайдите. И зарядите открытым оком Игнатий Лапкин, и вы найдете все про нас, там 3000 роликов. На ютубе это бываете? Там Николай позавтракал уже, вывалился. Вы не пожалеете, если посмотрите, увидите, как такой. У нас идет работа, как отдыхают дети, какой концерт ставят. Православные. Ходим в храм, у нас храм здесь, с нуля строится деревня православная. Она одна на всю Россию. Так, все, отошел. Отошел.
Ну правильно, Рязанская это на Рязанской. Мой отец рязанский, наши корни из Рязани. С Богом! Непонятно, зачем забрела какая-то бабушка. Вы из Москвы. Ну, а я скорее свою афишу выставил. Объявление. Рекламу. Ты показывай сына дежурному. Ну, да, пусть... поели? Давайте, да. Паша, где твой пояс? Так, поскорее маленько. Ваня, ну тут можешь поживее? Встань. Паша, без пояса. Скорее, мы тебя ждем. Поскорее. Ребятишки как загорели, прямо лица бронзовеют. Господи Боже наш, слава тебе за счастье, которое ты дал нам быть здесь. Благослови это место. От недобрых людей защити нас. Благослови Михаила. Умудри его во спасение. Помоги ему, Господи, облегчи страдания. Благослови парализованного Сергея и всех друзей наших, и на врагов пролей милость. И всех собирающихся приехать благослови. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну-ка перекреститесь. Я глядел, как-то вот одна девочка, вот это вот, иди сюда. Вот так вот махнула куда-то. Ну-ка, креститесь, стой здесь. Назад. Все. Давай, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну-ка еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот где плечо вот здесь вот соединяется, вот в это место надо. Не сюда, не сюда, а прямо вот сюда вот. Еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Во славу Божию. Андрюша, ты вот так вот крестишь, как католик. Это неплохо, конечно. Тогда надо ладонь распрямить, как католики. А ты как-то вот так, граблями. А ну-ка перекрестись правильно. Господи. Ну нормально. Спаси Христос, поворот Николаевич. Опять. Ну как меня они замучили? Так, ну что, ничего пока не относить, да? Нет, ну я тоже понимаю. Работает парни.